может игнорировать выход и не выйдет, а другой уже зайдет. И поэтому обратно два одновременно. Но если галочки не будет, то он будет в любом случае по этим индикаторам выходить. Но да, может быть даже отрицательное значение. Да, интересно, интересно, интересно. Да, интересно, интересно. А, да, еще вот насчет money management вы хорошо подметили. Давайте я вам сейчас покажу. Давайте. Есть такая опция, как блокировка по ботам. Вы Очень использовали ее до интересно. этого? Нет, даже не слышал про нее. Вот смотрите, допустим, у вас тут ботов много, да, 25. Представьте, что вы их всех запустили. Да. Я, да, знаю, что сейчас не все в сделке, Да, да, но да, да. представьте, что вы их всех Да, запустили, но на да. самом деле средств не хватает. То есть на бирже средств меньше, а